Открылся новый корпус дошкольного учреждения под названием «Кораблик». Это завершающий план этого года – детский сад. Он находится на Сиреневом бульваре. На открытии работали мои коллеги. Садик на Сиреневом бульваре рассчитан на 350 детей. Это 14 групп. Дошкольное учреждение «Кораблик» соответствует всем современным требованиям. Здесь предусмотрены просторные музыкальные и спортивные залы, спальни и комнаты для занятий, отдельные кабинеты для логопеда и психолога. Огромное спасибо строителям, кто вовремя сдал этот объект. Всем подрядчикам, конечно же, педагогам, которые помогали, в конце уже отмывали. Все готовили, обживали, могли приложить все усилия, чтобы наши дети росли, получали образование качественное, дальше приходили в соседнюю школу. Территория оснащена новой охранной системой, оборудована камерами слежения и сигнализацией. Удобным и функциональным получилось уличное пространство. Оно поделено на разные зоны с индивидуальными прогулочными площадками для каждой группы. Наконец-то открывается еще один корпус нашего дошкольного учреждения, чего очень долго ждали. Очень много семей нашего микрорайона. Каждая группа имеет отдельную прогулочную площадку, оборудованную прекрасным, малыми архитектурными формами. Детям очень понравится, будет интересно проводить время на улице. Очень красивый сад, новый, все чисто, классные площадки. Мы просто уже вот много времени ходим, наблюдаем, смотрим, заглядываем и с нетерпением ждем, когда все это откроется, и мы сможем уже наконец посещать. В день открытия дошкольного учреждения родителям провели экскурсию по новому корпусу. Штат воспитателей уже укомплектован. На свою палубу кораблик пригласит детей уже в начале декабря. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.